Полиция рассказала населению о результатах работы, текущей ситуации и перспективе. Прошедший 2017 год отмечен снижением количества правонарушений, совершенных на территории нашего района. В этом, конечно, заслуга самих горожан, а также профилактической работы, проводимой в районе сотрудниками полиции. Тем не менее, проблемные вопросы все же остаются, несмотря на хорошие показатели по раскрываемости преступлений. Благодаря оптимизации сотрудничества и слаженной работе субъектов правоохранительной системы, прокуратуры, Следственного комитета, Национальной гвардии раскрыто 375 преступлений, что составляет более 50% всех зарегистрированных преступлений. О статистике и реальном положении дел говорили в конференц-зале администрации курортного района. Здесь состоялась встреча руководства ОМВД с населением. Проведение подобных встреч возобновилось после двухлетнего перерыва, за который у горожан возникли новые вопросы и рациональные предложения. В открытом мероприятии принимали участие главы муниципальных образований курортного района, руководители районной администрации и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Это вот недавний случай. К соседке в 12-ю квартиру, она там гуляла, она очень пожилая женщина, с палочкой ходит, инвалид, все. Она поднялась, не успела к себе в квартиру войти, к ней заходят трое. Два молодых человека, один не русской национальности, типа там коми или что-то такое вот, это, и девушка. Мы к вам проверить коммуникации. В оперативном режиме по местному телефону 437-02-02 дежурная часть непрерывно принимает обращения жителей. Однако на встрече заявить о проблеме есть возможность непосредственно начальнику в присутствии участковых уполномоченных и руководителей отделений, что позволяет взять ситуацию под контроль максимально быстро. В частности, обсуждению подлежал обострившийся вопрос мошенничества. Наиболее уязвимыми в этом отношении по-прежнему являются пожилые граждане. Аферисты пользуются доверием, чтобы разными способами выманивать у них денежные средства. Люди же, извините, у меня копили эти деньги на черный день, на скудный, а потом лишается, непонятно, это же, конечно, очень вдвойне больно и неприятно. Вот, и все-таки удается вылавливать их, работаем, и большая работа была по цыганкам сделана, на самом деле, вот они уже как бы знают, в курортный район ездить нежелательно. Оперативные наши уголовные розыски, ребята работают в этом плане достаточно успешно. Я думаю, вот сейчас вот найдем этих нехороших людей. Поднимались на встрече и вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. В курортном районе общая протяженность автомобильных дорог составляет почти 1500 километров. Дорожную ситуацию сотрудники ОГИБДД стараются держать под контролем, однако несчастные случаи, к сожалению, происходят. На встрече неравнодушные граждане попросили принять меры для дополнительной регулировки дорожного движения на перекрестке у дома 261 по Приморскому шоссе, чтобы помочь предотвратить происшествия на этом опасном участке дороги в будущем. Левый поворот под стрелку на этом месте будет сделан до 31 марта этого года. Поэтому контролируем и смотрим. Другое дело, что левая стрелка создаст, конечно, в летнее время здесь пробки безумные совершенно. Да? Поэтому по-хорошему, конечно, нужно сделать справа заезд вот в такую петлю и нормальный перекресток. Но это делается не сразу. Сразу сделана будет стрелка, а потом мы, наверное, перейдем уже к другому.